Участники погрузились в молчание и раздумья, эксперты уже потирают руки, а сборная Татарстана ищет новых героев. В 9 часов утра в республике стартовал региональный чемпионат молодых профессионалов. В программе 91 компетенция. Это самый масштабный чемпионат в России. Одни создают программы для бизнеса, другие разрабатывают веб-дизайн, третьи из будущего занимаются мобильной робототехникой. Только в области информационных технологий на татарстанском WorldSkills 11 компетенций. Компетенции в виде производства, то есть ребята делают видеоролики. А точнее, эксклюзивный отрывок из еще не вышедшего в прокат фильма «Халима». На монтаж 6 минут, у участников 8 часов. За процессом сегодня наблюдает и премьер-министр Алексей Песошин. Многое от монтажера зависит. Можно такое сделать, что режиссер посмотрит и скажет, я вообще другое снимал. Мы стараемся поддерживать наш имидж IT-столицы. Соответственно, мы смотрим все компетенции, которые востребованы в мире, в России. В общем, за 3 дня мы должны все устроить. Собирают двигатели и ремонтируют машины молодые профессионалы на Казанской ярмарке. Самая большая площадка чемпионата собрала химиков, флористов, пилотов-беспилотников и самых востребованных на рынке труда участников – специалистов-транспортников. Разборка, сборка двигателя, дефектовка, потом у меня идет система кондиционирования, и завтра я буду заниматься электрикой, тормозной системой и коробкой передач. Самые вкусные компетенции в колледже сервиса – повара, кондитеры, пекари, отдельно мастера татарской национальной кухни. Одни готовят, другие правильно подают блюда и администрируют весь процесс. Наша основная задача – качественная подготовка к национальному чемпионату и побольше наших ребят должно попасть в сборную команду Российской Федерации чемпионата мира 2019 года, который состоится в городе Казани. Все победители получат путевки на Сахалин. Именно там пройдет национальный чемпионат. Уже завтра стартуют компетенции геодезия, дорожные и спасательные работы. Рекордное количество участников регионального этапа должно перейти в качественное выступление уже на российском и мировом этапах. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, Марат Сайтгараев, ТНВ, Казань.